Вторая серия началась. Ну блин, я решил, чтобы не резать мне. Красава, правильно начал. Four, eight, чем ты потом резать? Что там, чуваки хотят есть, по-моему, уже. Че ты будешь? Чем ты резать потом будешь? А, у меня есть две программки классные. Они очень быстро режут и быстро вместе сразу сшивают, блин. Ну, пускай ты с ним потом закончишь. Название. I found a dead body. Я трупок нашел. Блин, я скоро сдохну от голода. Что хы-хы? Сейчас скажу, что хы-хы. Подожди, сейчас открою инвентарь. У меня с собой 6 кусков уже жареного мяса и 8 еще жарится. В этой комитете партнешься и это такого. Я бы с удовольствием. Ты знаешь, что вообще поганое? У меня с собой 8. Тихо, выстрелы. Кто-то стреляет. Нас тут убивают. Я ничего не делал, у меня 5 факелов новых появилось. Может, и администрация добавила? С хренами. Да, не знаю. Я просто сейчас вот сижу, жарю мясо, и просто стою, смотрю на, ну, на костер, да. Он перерабатывает мое дерево в жареное мясо. И тут прям подряд у меня торч, блин, 5 штук прям подряд появляются. Тут пишут то, что, типа, пожалуйста, администрация прекратите, что-то там такое. Я говорю, скорее всего, админы что-то там балуют. Как долго жарить? У меня осталось всего 3 потрошки. Да, why we have so many torch? Это админы балуются. Дайте лучше потрошек. Ну, напиши. На Enter? А здесь есть разные чаты или нет? Нет. Я написал даже, пожалуйста, заспавните ей жрачку, а не от какого. And wood. У меня будет 13 кусков мяса. Мне бы хотя бы один кусок мяса. Сейчас придется в лагерь возвращаться, наверное. У меня, кстати, 6 блудбэгов. Опять же, хрен знает, что с ними делать. Hello? Ты? Я.
Сейчас, короче, меня бы сразу все тронуло. И вот, и что? Ещё чего? Я тебе могу сделать топор. Да блин, мне надо жрачку тупо сделать и все. Значит, ты 4 мяса, но... Оно еще тут не сделано. Блин, куда мне? Я зажег костер, если что. Зачем бьешь костер? Что? Зачем, говорю, бьешь костер? У меня нет этот места. Я же поставил ящик. Слушай, а есть у вас какие-то там опознавательные знаки рядом с лагерем? У нас тут такие горы, наши три, как три башки. Прям рядом где-то? Ну да. Кстати, что-то у меня есть патроны для дробовика и пистолета. У меня пистолет есть. Я не тебе говорю. Куда же поставить ящик? Да. Можешь открыть через внутрь дверь? Вот открой. Не могу. А, точно же. Я забыл, там нет ключей. Ну, тут не в ключах дела, а во владельцах. Закрой дверь, пожалуйста. Я не могу выйти. Блин, как ящик, а? Пишет, что не могу поставить его. Блин, че сюда костер поставили, а? Почему не могу? А ты сейчас можешь себе сделать дверь? Дверь? Ну я столько заберу из своего костра все свое дерево. Ой. Я вот вчера выключу. Отлично, я очередной раз скопитывался. Мораль. Не надо бегать, короче, по этим зараженным. Заходи быстрее. Давай. Йоу! О, я резко. Hello. We're back. I'ma just put things on my... Hello? По-моему, это Йоу. А, вы наши, да? Excellent, here. Yep, I'm not... Нужно. Не, я пока же дверь не могу сделать, черт. Ну, а чувак с горы спустился. Наварыч, это не ты? Не, я бегу в горы. Блин, меня уже опять убили. Опять? Да, тебя зомби грузят. Да, или я... Зомби опять. Ну вот, отлично. Теперь я снова в поле. Снова непонятно, что будет. Вижу медведя. Кого видишь? Медведя. Значит, ты в другую сторону. Shit, I was gonna start making it. Yeah, I got it. Where are you gonna put it? Слушай, ну ты дети у меня, тут там у меня, тут животные. Try to make two. Maybe a lot better. Не, слушай, приятно, потому что люди именно помогают друг другу. Но это у вас там. Это вообще нигде нету.
Ну это тебя срандомит, все-таки выкинет на нас. Не знаю, не верю. I have three at the moment. How many more do we need? Отлично. Олень, опять волк. Олень меня не догонил, волк меня съест. Камни как раз около волка. Блин, погоди, я не слышу. I'll get some information from my bark. Чего? How many do you need? Like two or three. Я за наших друзей тебя не слышу. Thanks, I guess. And I'll make this one mine. I think I'll just put it in the like for everyone to use in the camp, not just in my house. Yeah, I'll just let everyone use this. No thanks, I have like six. It's alright. Thank you very much. Охереть. Надо хера тоже вообще, откуда только? Это админы наспаунили, админы. Лол. Ага, лучше в еды наспаунили. Эй, сюда еще. Эй, я вижу человека. Слушай, это случайно это? Играй. Чего? А. Вот, о, спасибо, иди. Спасибо. Да, я понимаю, чувак. Взял, поделился едой. Так, ты делаешь дверь? Вот здесь. А, погоди, у меня сейчас все дерево уйдет на еду. Уж сейчас все дерево. So, how does the smelting thing work? You need the wood and the some ore. Wood and ore. All right, I got the ore. Think you need to put in wood, I guess. And then, like a campfire, light it. Lane! Lane! Oh, Lane! Oh, we shouldn't go, though, we'll just... Yeah, but we'll just get past it, really. Let's just, like, oh, it's way over there. Давай сейчас я сделаю дверь, а ты поставишь ее. Просто у меня пока я не могу поставить туда этот мой ящик. Я тебе его поставил. Ну окей. Тогда лови дерево все оставшееся, что у меня есть. Merry Xmas, do you need some ore? No, thank you. Так что у нас тут небольшой коммуна. На самом деле... Прикинь... На вот, на дверь. Вот. Давай. Ага, спасибо. Вот, поставь ее. Если что, у меня вещи будут мои у тебя, хорошо? Окей. Главное, чтобы меня тут не убили. Да-да-да. Можешь открыть сейчас дверь, я тебе поставлю, если я вещи еще положу.
Стой. Кстати, надо создать баррикаду, и там стены сейчас пробуем ставить. Пару стен. Baby будет наш, похоже. Me and Action together forever. Ладно, я пошел за деревом. Monkey butt, I love you. Love you too. Monkey butt, я тебя люблю. Forever gay, bald man love. We're just walking around shirtless, everyone, just the shirtless club. I'm just gonna go on my last hunting run, so I'll see you guys in a few minutes. Alright. I'll continue with it. Блин, вот так вот, с обычной шутки начинается коопная игра. Одного дерева вышибать. Наварыч, как у тебя там дела происходят? Я теперь умею крафтить гранату F1. Да ладно? Да. Такие пироги, блин. Смотри, тут и бомбы есть, и эти, как его, C4. Gunpowder и Metal Fragments. А у меня в том числе есть шотган. Ну, если не есть, я могу крафтить шотган. Не какой-то там пайп шотган, да? А нормальный шотган. Круто. Вот да. Я нашел оленя. Ну какой ничего не догонит. Ты к нему подкрался. На тебе по заднице, а ну стоять, скотина. Ты знаешь, как в Assassin's Creed ты подкрадываешься, хренак по нему. Камнем по спине. У меня этот каменный топорик есть. Отлично. Скотина, он скакал. Слушай, а он немного отскакивает от тебя и успокаивается. Можно за ним еще раз он по заднице навернуть. То есть такой стелс-охота настоящая. Да, стелс-охота. Уже прикольно. С камнем налево. На тебе, скотина, ну вернись, иди сюда. Он, пускай он бежит. Куда убежал? Блин, он далеко убежал. Не, он, кстати, далеко убегает. Внезапно. На тебе, скотина, вновь. Иди сюда. Я с тобой еще не закончил. Блин, он вроде отсюда убегает. Этот олень что-то знает. Может быть, это мутировавшая крыса какая-нибудь. Радуемся и... Хренак по нему опять! Ну стоять, скотина, стоять! Здесь слишком тихие зомби, не слышно, бежит он за тобой или нет. Ага, тут нет ура. Ура! Да, я раньше, ну, в DZ можно было ориентироваться по звуку. Слушай, а Лев вообще странно бегает, именно если на него смотреть с задницы.
Знаешь, будто у него эти кого колен нету. Трдык, трдык, трдык на четырех ногах. Вообще, что радиация. Я должен замочить оленя. Я должен прийти в общество пом... это какого. Знаешь, кто-то всем шмаляет оружие из какого-то лицеляния. Окей, пролутаем здание и вернемся к коммуне. Убил оленя-то? Да, убил. Сколько там, красава. Наверное, ударов, наверное, 6 надо топором. Вот так. Блин, темнеет. Ты показал оленя, кто здесь главный. Угу. Тут с него особо-то ничего не выпало. Так интересно, мне сейчас чувак придет и убьет. Какой чувак? Ну, тут чувак, кто там не идет. Угу. Ты ему спросил, френдли или же не френдли? Я не знаю, он ко мне так бежал. Вдруг он френдли и думает то, что ты его защитишь. Он сам с топором и в одежде, а я голый с камнем. А, ну ладно. Не, конечно, мне, конечно, есть чем его защитить. Боюсь, он... Не, неправильно поймет. Черт, антирад закончился. Он тут-то тоже побывал. Я 1240 у меня, короче, дерево. Ни хрена себе. Где там тут надо было-то? Я просто, проходя мимо, решил залутать все, что есть. Жаль, только я не знаю, куда идти, а то я принес. Сейчас делается молоток. Слушай, на что ты? Стоунхэтчет, он выполняет, в принципе, ту же функцию, что и камень, да? На хрен его знает, если честно. О, флешлайт мод. Тоже. Мод? Ну вот. Угу. А, о! Я слышу выстрелы. Ты тоже слышу выстрелы? Один, нет, один. Да, выстрел. Пух. Как из винтовки. Да. Может быть, мы рядом? Рядом, да. Значит. Ты бежишь? Я стою. Стой. Френдли? У вас есть там ангар? Да, я в ангаре. Я сейчас к тебе приду с топором. Нет, с горы ты там спускаюсь. На входе ангара стоял. Я с горы спускаюсь, на входе ангара один чел, и к нему подбегаю с другой стороны еще один чел. Вот они вместе на входе. Это я, один из них вот я, целится, около красных контейнеров я. Который буквы Г. Забежал, да, сейчас за контейнером. Да, 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 да. Все, я на горе вижу, а вот чувачок там один есть какой-то. Френдли. Френдли, не френдли. Может, ему топором по спине. Ну, короче говоря, френдли, он френдли. Давай спускайся сюда. Я хоть поздороваюсь, что ли? Я прыгаю. А, вижу. Эй, мы встретились! Чувак! Чувак! Боже мой. Я штаны? Знаете, топором по башке. Чего? Где штаны? У тебя штаны есть. А, у меня штанов нет вообще. Пролутал он башку? Пошли, я тебя проведу к этому какому-то. Скажи мне лагерь, да. Пошли к лагерю. Давай, давай, притягивай. Боже мой, ну тут я увижу лагерь. Наконец-то мы встретились, вторая серия, середина второй серии, небось, мы встретились. За это время со нами много что произошло. Угу. Так, откуда сюда теперь бежать? Так, погодь, до места ориентироваться. Нам вон в ту сторону. Короче, играем в выживальщиков, пока у нас не будет нормального оружия. Как два пальца. Сейчас мы разберемся, что делают там ваш лагерь. А, кто тут главный теперь, да? А, слушай, скажи мне что-нибудь в этот местный воин. Ну, раз-раз. А вот ты меня а слышишь вот меня два раза? Два раза. Да. Порядок. Значит, я тоже могу с ним разговаривать. Фига себе, отстроили, блин. Нет, не наши.
Ну я понимаю, понимаешь, интересно, на кой ляд. Вы нашли место спавна ко мне ближайшее? Ну так, я так, щиток нашел. Hello guys, it's me, and I bring, he's friendly. Hello. He's friendly. Yes, friendly. Help me, Monkey Bat. Yeah. Getting hard. О, у вас эта штука есть. У нас теперь трое тут. Русских я имею в виду. Вон, видишь это какого? Крушев, это русский тоже. А? А так, что тут, как тут плавить, что? Ну, я тебе говорю, там забрасываешь дрова и это какого. Да, клади. Я тут патронов скинул немножко. А нет, а во что крафтить ты их вообще? А кого ты крафтишь? Да я пока ничего не крафчу. Ну вот у меня есть руда там какая-то. Металл руда есть. Есть сульфер какая-то руда. Ну, сульфер, ну, блин, металлическая руда в металл превращается такая в такой. О, да. А, что-то... А, или подожди, я неправильно делаю. Не взял. Так, ну. Если что, потом мое мясо жарится. Хорошо? Ну, я свой добыл уже немножко. Так что все нормально. Скажи хотя бы что-нибудь, чтобы тебя тоже в русском признали. А, ну чё, здорово, ребята. Здорово, ребят. Подожди. Подожди, я все сложил сюда, а где? Куда дрова такое? Вот справа. Дрова тупок. Да, и потом зажигаешь. Это армор. Нет, подожди. А, у меня это хард-драйвер говорил, если что. Это вот этот чувак. Угу. Так, мы с ним по скайпу сидим сейчас. Это мы голые. Ну блин, так. Лагерь голых мужиков, что ты хочешь. Подожди, я его открываю, а у меня только, у меня открывается возможность лутать его. Ну, ты его зажги вначале. А он не сжигается. Лайт на него сделай, и все. Да нет у меня такой вообще функции даже. Слушай, натуральный нету. Я могу только лутать его. На, слушай, да, опан. Блин, так ты же дрова не вложил. А куда? Тупо вниз, и все. Ну-ка, выйди. Ну, смотри, вот, я сейчас кину дрова. Нет, мне, ну, ты их закинул, и я посмотрю, куда ты их закинул. Блин, ну тупо выйдет, как кладешь все. А, вот так вот и все? Угу. Так, и что они, как они плавятся? Вниз, ну, через какое-то время, да, лайт. И все, и плавишь. То есть я могу вообще все закинуть сразу? Ну да. У меня еще сулфир вот ор есть. Hello. Hello. I think you're gonna see a lot of me. I live like one of them. What? You'll see a lot of me. Hello? Знаешь, вот... Да, yeah. Я живу в горах. Воу, сульфир. Что такое сульфир, интересно? На кое он это нужно для ганпаудера, для пороха. Да? Угу. Слушай, вообще классно, блин. Чё? Не, вообще вот так ты такого выживать. Да, сурвайвить. Ой, блин. Слушайте, у меня мясо есть здесь где-нибудь? А, у меня есть. Ищи, да ты где? Да не, кусманчик. Ты где? А, вот он я, да. Ну, на тебе, короче, две штуки у меня было. Эй. Все тупо заперлись по домам и сидят.
Эй, ничего не знаю, я лично сейчас пойду это. Веселиться. Пойдешь еще как его ломать? Я должен найти себе еду, железо, блюпринты. Это ты. Йоу! Эй! I better new friend. Oh, and we have new friends too. Yeah. Was make yourself a hut and call it home. Alright. Or do you need help with that? It's like a hobo camp. Yeah. Ну, слушай, конечно, могу себе теперь лук, наверное, сделать. Что ты хочешь сделать? Лук. Хантинг бол. У тебя есть лосы? Да, есть. Чё это там? Блин, да хватит смотреть, как там все плавится. Спокойно, я сейчас что-нибудь сделаю. Не, просто смотри, как ты тупо стоишь и смотришь. Брат. Ты не знаешь, что из этого сейчас выйдет. Если будет хэндган, то, блин... Мы все рады. Ты гранаты делаешь? Нет. Я, погоди, может гранату сделать? Сейчас, погодь, а! Блин, хорошая игра. Спокойно. Я, по-моему, теперь залип. Я теперь буду искать все, что можно, и все крафтить, короче. А ты говорил, в игре, короче, это как быстро надоест. Да, блин, я не знал. Нет, здесь нужно ганпаудер 80 мне скрафтить. Придирь, я закончился просто. Someone need the flashlight mod. Чего? У меня есть, короче, модификация для какого-то флешлайта. Ну и хрен вот, знает. Дай. Так. Флешлайт это вроде фонарик. Блин, мне камни нужны. Ну флешлайт это да, это фонарик. Ну что за фонарик, хрен знает. А, типа крепление к оружию, да? Ну я не знаю. Я знаю только, что я могу сейчас холосайты делать и все. Я другой еще блупринт нашел. Камень есть? Камень есть? У меня есть. А тебе нафига камень? 7 штук. Я забыл. Блин, у меня 4 камня. На. Да, это... Правда, фонарик. Я проверил. Блин, Я забрал, по-моему. Отдай камень хард... А, ты забрал? Нет, я забрал. Фум! Я случайно. Давай сейчас сделаем, короче, деревянное оружие и будем стрелять. Какое нафиг деревянное оружие? Хардрайвер может сделать нам гранаты. Нет, гранаты очень дорого. Очень много ганпаудера. На одну гранату нужно 80 ганпаудера. Guys, if we have gunpowder, we can craft grenades. У меня лук есть. Ну, у меня тоже. Сейчас будет. Workbench здесь нигде нету, да? Надо поставить, кстати, рядом. Я просто хочу поставить workbench, а workbench, как я так раз для workbench. Еще у меня есть стена, но я не могу ее поставить, почему? Может для того, чтобы каркас. Блин, ну. Слушай, а может быть это какого? Нужны какого. Блин, столбы? Пиларс, которые. Сейчас запустим. Так, я пошел искать, короче, эти. Как они называются? Камень. Ты уж не уходи так ночью. А чё там за мужик стоит? Блин, так спросил, чё за мужик стоит. Он бегает. Партиколаз какой-то. Кто-то с гор к нам идёт. Вам плаги. На, он в чём был там? Свет. Ладно, думаю, на этом серия 2 закончится.